Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателя МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан Красноглинского района областного центра провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности собственников и помощь в управлении домами. Нам объяснили сегодня, что по ГИСу нам будут объяснять, для чего это нужно, значит, будем слушать, будем учить председателей, будем объяснять жителям, потому что многие же не знают, не понимают, что это такое. Мне скоро 75 лет, я еще учусь. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации, ЖКХ и управляющих компаний. Они отвечают на вопросы председателей. Кроме того, участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. Также граждан знакомят с электронной платформой ГИС-ЖКХ. Кроме того, в рамках семинара, помимо системы ГИС-ЖКХ, проводятся мероприятия по обучению законодательству в плане соблюдения тишины. То есть рассматриваются как региональные аспекты законодательства, так и местного законодательства. Жители более-менее начинают как бы быть подкованными по вопросам обращения, куда им следует обращаться, если нарушаются их права по тишине. В Красноглинском районе областного центра 870 многоквартирных домов. Практически во всех есть свои председатели МКД. Освоить новую программу им помогают в ресурсных центрах. В Красноглинском районе их два. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон горячей линии регионального центра поддержки председателя МКД. Его номер 8-800-5555-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.